Мы берем морскую соль, мы берем масло можжевельника, пожалуйста, натуральное масло можжевельника. Где вы его будете покупать? Даже в аптеках, ну прям смотрите, оно должно быть дорогое. Либо ко мне в личку, я вам скажу, как его приобрести. Потому что с маслами я столкнулась с тем, что не все масла у нас натуральные. Кто покупал масла и ощущал, что вот запахи совершенно разные, там разные производители, разные запахи. Я на практикуме богатства как раз мы с вами пачули, когда нюхаем, я вам даю разные виды пачули. И вы помните, да, совершенно разные запахи, совершенно. Поэтому Шани. Вот. Просто если там он не натуральный будет, то ничего не случится. Вот и все. Просто помыли, сделали такую лайт-уборку, совсем лайт. Вот. Ничего не случится. Поэтому, пожалуйста, к маслам очень серьезно относитесь. Они все-таки наши такие добрые помощники. Вот, значит, покупаем морскую соль обычную, не крашеную желательно. Покупаем масло, благовоние. Благовоние – это такие палочки, которые горят и такой источают прям аромат очень вкусный. Кто не знает, что такое благовоние, тоже напишите. Я постараюсь найти вам картинку. Вот, значит, что мы делаем? Мы берем тазик, мы наливаем воду туда. Берем морскую соль. В морской соли мы растворяем масло, масло можжевельника, просто потому что масло само по себе в воде не растворяется, оно растворяется вместе в комбинации с солью. И при этом соль, оно является очень хорошим таким энергетическим очистителем, с маслом можжевельника будет просто супер. И берем благовоние и черные свечи. Свечи должны быть восковые, это обязательное условие. Если вы, опять же, сделаете не восковые свечи, ну, скажем так, не случится. Восковые, кто знает, кто немножечко, может быть, там увлекался магией, читал магию, не знаю, как-то, может быть, связан, не связан с ней, то знают, или, может быть, от меня слышали, что в магии, неважно, там, белая, черная магия, воск является очень таким сильным атрибутом. Да, на воске очень много там делают и порчи, и заклятий, и отливают на воске порчу, да, и так далее. Ну, то есть это такой вот, ну, очень, очень сильный инструмент в магии. Поэтому свечи черные и свечи восковые. И вы, значит, моете все поверхности вот этой водой с солью и с маслом можжевельника. Все поверхности, пол, все углы, отодвигаем всю мебель по возможности, обкуриваем все помещение по периметру благовониями. Благовониями, извините, благовония ставим в каждую комнату и свечку в каждую комнату, каждый там шкаф-купе, если это кладовка, в санузел мы это все ставим. И с одной свечкой мы ходим по периметру квартиры, зажженной черной свечкой. Еще раз, это очень такой легкий вариант очищения.